друзья, рыбачим. И заодно хочу вам показать такое интересное место. Деревня Гомель. Здесь проходили бои. Этот дот относится к линии Сталина. Сейчас подойдем поближе и рассмотрим получше. Один дот у меня уже есть на канале. В Ветринской стороне. Перед деревней Ветрино. А теперь минское направление. И посмотрим данный дот. Вечная память героям. Здесь стояли насмерть 21 сутки в июне. В июле 41 года воины 508-го стрелкового полка. Общий план историко-культурного комплекса. Можете поставить на паузу, посмотреть. Сейчас вам посмотрю, покажу, какое место. Красивое. Озера, озера, озера. Вот здесь вход. Тут такая вот линия окопов. Сейчас пройдемся, посмотрим. Очень хорошо сделали. Конечно, уже не в полный рост окопы. Так сделали для красоты. Ну, очень-очень хорошо. Все чисто, ухожено. Приятно приезжать на такие места. Там вот еще один памятник. Вдали, если видно. Очень красивое место. Саня уже летит туда внутрь. Конечно, все восстановлено. Вот. Здесь лестница. Не знаю, как будет видно без подсветки. Такие вот двери. Ага. Все чистенько, посмотрите. Все убрано. Не будет видно. Вот сюда, скорее всего, было какое-то попадание прямое. Все вот раскурочено. Да. Вот. Балка такая двухтавровая. Раскурочена вся. Написано на английском языке. Интересно. Видно, как осколками прошло. А что это, Саша, за трубы такие? Смотри, трубы выведены. Небольшой дот. Где? А, вот, смотри, какая труба. А это, скорее всего, вытяжка, чтобы пороховые газы выходили. Ну, а, скорее всего. Когда стреляли. Ну тут такой небольшой дот пулеметный. Там видно спуск на второй этаж. Здесь тоже видно от осколков. Снаряд, видно, прошел. И все выщерблено. Не знаю, как будет видно. Такое памятное место для нашего города. Вот дот сверху. Здесь сделали крышу, чтобы не затекала вода. Все ухожено. У нас в стране следят хорошо за этим. И память героев чтим вечно. Вот, да, скорее всего, тут или подрыв был, или какое-то серьезное попадание. Вот отсюда очень хорошо видно. Как все искорежено, какая толщина.
возложили венки, но к 9 мая возложат еще больше. Историческое место, что скажешь? Да, историческое место. А вот и мемориал. Такой вот. Здесь мы видим партизанские отряды, которые были на этой территории. Отряд имени Гастелло, большевик, за Родину, Ким, мститель, штаб бригады имени Ворошилова, отряд «Смерть фашизму». Такой вот, друзья, мемориальный комплекс. А здесь сделали вот такую вот хорошую территорию для отдыха. Столы, мангалы, мусорки. Можно приехать с детьми, отдохнуть, посидеть, посмотреть на озеро, походить по памятникам, дотам, мемориалам. А вот там, друзья, еще один дот. Линия обороны Сталина. Также деревня Гомля. Этот дот где-то метрах в 50 от того дота, который мы с вами видели до этого. Тут, конечно, уже не так все ухожено, но все же сделаны ступеньки. А вот видим Гомельская ГЭС. ГЭС деревни Гомель. И вот сам дот. Там на горе кладбище. Получается, тот дот с одной стороны, этот с другой. Уже более все грязно. Бойницы. Сейчас посмотрим, какой у него обзор. Вот здесь ушла дорога, мост. Видно было во время войны. Там озеро Гомель. Красивый вид. Довольно хорошо расположена огневая точка. Вот. Бойницы в три направления. Довольно мощное сооружение. Сейчас попробуем зайти внутрь. Ехал на рыбалку и не взял фонари, освещения, чтобы хорошо поснимать все изнутри. Тоже когда-то были окопы. Окопы, окопы. Все уже заросло. Здесь. Чуть залажу, друзья. Здесь довольно опасное такое же строение, аварийное. Там все завалено. Внутрь, наверное, не пройти. Да, без фонаря внутрь не полез. Ну, в принципе, здесь точно такой же дот, как видели ранее. Идентичная постройка. Здесь потресканный. Вот такая вот, друзья, у нас
линия обороны была вокруг города. Ну а здесь вот когда-то были окопы. Видим дот сверху. Ну и на этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч!